Всем привет, вы на канале GameTop, это игрушка Diablo 3. И сегодня я хочу вам показать, как можно в игре получить трансмог. Вот такой вот двуручный топор, который называется Презрение Канаи. Его можно получить только в короткий период времени. Это начиная с 24 марта по 31 марта. Все, что нам нужно, это в этот период времени, в третьем акте, мы портируемся в руины Сочерона по локации Бежим Вниз. И мы должны просто найти бессмертный трон. Вот на этом и все. Подходим, открываем сундук и получаем наш топорик. Всем спасибо за внимание, на этом все. Кому видосик хоть чем-то понравился, пожалуйста, поддержите мои старания и поставьте лайк. И также подписывайтесь на мой канал. Пока!